И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И, как вы видите, продолжаю я с того же самого, ну, плюс-минус с того же самого места, как в прошлый раз. И, кстати, вышло видео про поход за черным льдом, и там человек с ником Владимир Барышников, так что даже это не ник, а фамилия, имя, написал как раз именно про то, что, ну, во-первых, отпомнил в очередной раз, что нужно добывать киркой, ну, у меня кирка-топор, что лучше всего ей добывать пауков и хор, и хора нужно много, и вы сами прекрасно это знаете, я про это постоянно забываю, что лучше добывать им, что лучше с корняком, что лучше тесаком, в общем, только пробы и ошибки, как говорится, но... Это еще не скоро, я запомню. Это что самое главное. Вот. Но также написал, что вот всякие шмотки. Вот, всякие шмотки. То есть был какой-то баланс. Баланс пошел не по тому месту. И, собственно, сейчас вот это вот, то есть некоторые шмотки, то есть у них, допустим, вот и вот разницы никакой нету. Достаточно, грубо говоря, хавки, что я в прошлой серии и выяснил. То есть вот пряная свинина, это было вполне достаточно, чтобы уже не помирать от холода. Вот, допустим, 23. Допустим, используем пряную свинину. И вот она пошла на прибыль, на температуру. Так, это что касаемо закадрия, скажем так. Сейчас, что же нам по обелискам? Здесь я обелиск посетил. Теперь мне следующий обелиск нужно посетить вот здесь сюда. И отсюда, как я понимаю, идет вход на вулкан. Честно, я без понятия, где вход на вулкан. Вот без шуток, я без понятия. Я на вулкан попадал только на сервере, на котором стоял то ли картограф уже стоял, то ли телепорт уже стоял. Ну, в общем, туда я мог добраться уже с помощью фишек сервера. И вот, собственно, поэтому я без понятия, как туда добраться. Но вроде бы как-то оттуда, потому что здесь, я помню, как-то пытался отсюда дойти. Вот сюда уперся в стену, там очень высокая стена, по ней никак не забраться, и, в общем, даже несмотря на то, что урона даже если нету, в общем, туда не забраться, и поэтому я предполагаю, что только снизу. Возможно, не только снизу, но, возможно, еще и откуда-нибудь отсюда, но здесь вряд ли, то есть здесь я уже смотрю выходы, высоко падал. Вот, там, по идее, выходов нету. Вот. Есть такая штука, автобег. То есть ты нажимаешь, и чувак постоянно бежит. То есть я вот сейчас, хоп, видишь, и он постоянно как бы бежит. Но если зажать Shift, ну, Shift это у меня бег, и, допустим, зайти в меню и отжать Shift, то он будет автобегом, то есть автоходьба превращается в автобег. Вот, если вот так вот по-простому, если вы не знали... Ну, не знаю, возможно, это так не работает, возможно, только на локалке так работает. Ну, вот у меня так это работает. Но если в... Сейчас, погоди. Вот, но если, допустим... Что у вас собака... Сутулая. Вот, но если, допустим, нажмешь автобег, то ты серьезно? Получил уровень, отлично. Автобег. И нажимаешь Shift, допустим, заходишь в меню, не отжимая Shift, выходишь из меню и отжимаешь, то скорость, так сказать, скорости нету. То есть нужно именно отжать Shift именно в менюшке. Так, погоди, сказал. Не спеши. Отлично. Так. Вот так я добываю всякую фигню. Понятно. То есть тот, с кого нужно добывать и хор. Короче, хитиновые лучше добывать киркой. Вот, все. Вот, хитиновые добываем киркой. Скелеты добываем киркой. Вот. Потому что... Марамушка. Вот, в общем.
На 5 минут наболтал опять. А я парасате. У меня вообще, по-моему, по-другому не бывает. Да ты что, серьезно, что ли? Ну, ты, ну да ладно тебе, ну чё ты вот это? Ну шкура мне пока что не нужна, поэтому вы мне в целом-то не нужны. Хотя вот металл бы подлутал. О, нифига тут медведей. Они пошли КБВ. Нафиг. Господа животные. Так, кстати, надо не промаргивать этот момент, когда я хочу... Точнее, когда у меня начинает появляться холод. Интересно, сколько вот этого хавки хватает. И надо посмотреть, чтобы не обязательно хавка, еще еда, что вода, чтобы была тоже. То есть нужно будет обязательно углубиться в поварство. Вот, переписаться в поварихи. И изучать все эти дела, рецепты. Обязательно, потому что вот насколько мне этого хватит сейчас пряности, я уже не узнаю, потому что я уже вышел в тепло. Зачем я захавал? Ну, это уже другая история. Ну, кстати, знаю зачем. Чтобы я мог попить воды и не замерзнуть. Вот зачем. Ха! Сейчас затестил на пантерах, на саблезубых тиграх, точнее, ихнюю шкурки подобывал. Шкура медведя. В общем, киркой добыл 35 и 40. Ну, то есть за два удара. Один раз 35, другой раз 40. А с корняком... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А с корняком я добыл 60-50. Ну, вот что-то типа того, короче. Ну, то есть с корняком я добыл, соответственно, больше. Потому что он рассчитан именно на это. Но при рейдах, как я постоянно говорю, когда у тебя рейды... Вот это вот надпись, конечно, на весь экран. Это, конечно... Ой, кемерийский берсерк. Ай. Так, надо запомнить. Берсерк кемерийский — это хорошо. Надо запомнить, что они здесь тусуются. Так. Это у нас... Пик звездочета. Надо запомнить. То есть, если что, еще и здесь пробовать кемеревского берсерка добыть. Опять-таки же, не знаю, зачем? У меня как бы полно мечников. Ну, не знаю. Какие-то развалины. Прикольно. Прикольно. Прикольно и красиво, что самое главное. В целом, я вот, кстати, вот смотрю вот за вот это вот, ну, то есть, ну, вот на Конан, выживание и так далее. Мне интересно, теперь, так сказать, более интересно стало попробовать повыживать, пройти, возможно, если там есть концовка, Вальхейм. У меня уже давно говорили, так... Иду я правильно. Давно уже говорили про Вальхейм. Я что-то как-то... Ну, не тянет. Не тянет. А вот поиграв в Конан, порубившись вот это вот... немножечко окунувшись вот в эту вот скандинавскую мифологию, вот это вот Скандинавию, вот это вот все. Сами знаете, там у нас в Асгарде ванны. И кто еще там? Блин, не помню. Вот. И поэтому... Немножко задумался. Возможно, если я не захочу проходить какую-нибудь одиночную игру, то, как вариант, следующая выживалка будет Вальхейм. Чё-то я не хочу как-то вот всякие 7 Days туда играть и так далее. Пока что. Хотя он был на очередности. Куча металла. Куча металла в этом месте. Это хорошо. Вот. Так что надо запоминать такие места. Все-таки, когда ты смотришь на интерактивную карту, это одно. А вот когда ты бежишь по миру, ты в следующий раз, когда увидишь вот такой какой-нибудь пик, либо еще что-то, ты вспомнишь, что здесь металл находится в большом количестве. Серьезно? Не, ну это, конечно, издевательство. Только я, значит, захотел себе подлутать немножечко этого металла, как у меня вот такая беда, да?
На базаре, да, у меня нету инструментов никаких. Ну ладно, нет инструментов, так нет инструментов. Ну и пофигу, короче. Это надо будет сохранить обязательно. Да, нету и нету. И пошло, ну все. Так, уже виднеются постройки. И да, по ходу дела здесь вход на вулкан. Вот он, мост. И... Ого, сильный холод. 26, 27. Вот здесь-то, по ходу дела... Это мне точно пригодится, тем более ночь. И вот, по идее, наверное, где-то вот в тех постройках и будет. Ага. Да и в баню. Интересно. Мне случаем не придется ли в воду заныривать? Хоп. Не, это лед. Отлично. Лед это хорошо, как минимум из-за того, что я... А, ну хотя здесь, наверное, не как в Расте работает. Типа в воду окунулся и сильнее замерзаешь. Надеюсь, это так здесь. Проверять не хочу. Так, а вот где здесь у нас обелиск? Наверное, где-то вот здесь. Ну, судя по карте, он где-то вот здесь сейчас. Вот за холмик перейду, где-то здесь будет. Мост предателя. О, здорово. А, так вы трупики. Ёпарасоте. Лечение прекращено. Воин безмолвно... Че там? Безмолвно... Безмолвного легиона. Кстати, было бы прикольно, если бы я здесь слиток звездного бы нашел. Он. Новый. Вот, видишь, здесь я добываю череп. А если бы я добывал бы это, то там были бы кости и, как вариант, еще что-то дополнительно. Так, что у нас здесь из красивого? Ну, по сути, это просто мост. Мост полуразрушенный, с маленькой охраной. Я бы даже так сказал, с никчемной охраной и с сильным холодом. В общем, то, что я захавал, тоже канает немножечко на это. Пряные. Так, ну, с них всякая фигня добывается. О, вот он ты! А чё, я не видел тебя? Во! А, в ночи дымка не отображается. Я вот подошел, стал освещать дымку, и дымка стала отображаться. Вот почему я не видел. Ну, ясно. Так, надо похиляться. Так, ну туда мы сейчас не пойдем. А, хотя, какой не пойдем? Мне ж в вулкан надо идти. О, вулкан, далеко. Так. Мне вообще бы на базу прийти и отметить то, что я уже знаю, как куда попасть. Ну, в смысле, построить картографа и уже отмечать, отметить на карте то, что я посетил. А то что-то я протупил и немножечко не отмечаю то, что я в пустынке, какие я ходил. А снимаю на следующий день. И, соответственно, я уже не помню, что было вчера. Ну, такая на память. Так, здесь очень много скелетончиков. Хотя вот в самом вулкане... Находятся люди. Это вот интересно. Вот вопрос только. Я иду в вулкан? Или не в вулкан? Эй? Я иду... В тупик. Я вошел в черный бар... Чё? Где? Я зашел в тупик, нажал... О, господи, это тень. На дверь? Там типа нажмите Е, чтобы использовать. Ага, дневник. Окей. Начнем с того, что я даже не хотел сюда заходить. Ну нафиг, да? Короче, возвращаться обратно я пока что сюда не хочу. Это, походу, дело что-то типа данжи, и мне сюда точно пока не надо. Ого, ноги-то не лобай.
Мне вообще сюда точно не надо, мне нужно... Прикольно. Мечи болтаются в воздухе. Мне нужно вообще-то было в вулкан. Добраться до вулкана, и как туда добраться, это уже отдельная, как говорится, история. Чувствую, сейчас пойду шерудить интернет, чтобы понять, где проход в сам вулкан. Только надо вот от этих чубриков ненужных мне избавиться. Так, а в случае мне вон он проход? Ну, выглядит пока что логично. Ладно. На нафиг. Погнали туда. Так, ну вблизи это смахивает еще сильнее на подъем. Тем более такая тропиночка, дорожка. Ага. Да, был один такой. Топором. Ай. Ломает инструменты, не починит вовремя и бегает, пытается боевым топором что-то лутать. Дорога скитальца. Уже что-то интересное. Это что, обсидиан, что ли? Остывший пепел. Ага, это хрусталь. Я не знаю, я... Может, он так и добывается? Так, вот это просто хрусталь. И остывший пепел. Возможно... Это и есть обсидиан, я без понятия. Я знаю что, только то, что где-то здесь добывается обсидиан. Я зачем-то сейчас вот этим всем делом добываю, а не нормальным инструментом. Так, это вообще не добывается. Ой, чувствую, по ходу дела мне придется телепортироваться до дома. Телепортироваться до дома... Кстати, спал, куда бы уже не ложил. Телепортироваться до дома буду вот так. Снимать браслет. Ну, вот так. И воскрешаться дома, чиниться и обратно. Так. Я, естественно, забыл поставить на сломанный предмет на слот. И, конечно же, его не починил. Вот он. Но у меня была кирка из закаленной стали. Вот, собственно, она и пригодится. Заодно сейчас посмотрел видосик про кирки. Разные кирки трехлетней давности. Ну, неважно. Суть в том, что там рассказывалось, что как добывается кирками, и типа кирка из обсидиана самая топовая. Но чтобы чинить ее, нужно добывать обсидиан. Это, ну, то есть это важно для... О, много. Для серверов, где... Точнее, для мест, где нету рейтов. У меня рейты, так что мне на это пофигу. Но у меня большие рейты. Вот, поэтому я с этим могу не заморачиваться. Да, это простой камень. Но самое главное, что у меня кирка есть. Добывается обсидиан. Даже золото добывается. Я, кстати, не помню, как добывается золото. Если определенное, ну, просто руда золотая. Но то, что отсюда добывается с обсидиана еще и золото, это очень хорошо. Так сказать, по пути, почему бы... Ой, ой. Мышку дернул. По пути почему бы и нет. Так. Золотистый камнерог. Ну-ка. О! С него чисто золотая руда добывается. Прикольно. То есть он здесь уже спавнится. Ну-ка, сейчас посмотрим. О! А вот и люди пошли первые. Кемерийский лучник. Хм, они не агрессивные? Интересно. А дорога праведников. О, немножко отошел и... Ой, это какой-то жирненький. Обсидиановый камнерог. Я надеялся на золотистого. Ну, с этого логично, обсидиан. Я надеялся на золотистого. Угу. А вот здесь уже пекало, пекало, пекало. То есть здесь уже 50 градусов, и мне начинает становиться жарко. И тут уже обратный эффект. Здесь мне нужно остужаться. И здесь как раз-таки поможет, к примеру, вода. О, не добыл до конца. В смысле?
Интересно. Здесь? Или ты по новому уже заспавнился? А может, и мимо прошел. Не, в целом, правильно я сделал, что сгонял за киркой. Потому что надо. О, кузнец, змеязычник, кузнец, Олз. Ягодный сок за серебряные монеты. Ну, с тобой говорить бесполезно. Ну, понятно, то есть ты продаешь то, что, типа, чувак, тебе будет здесь фигово. Так что без воды ты никуда. Так, это тоже обсидианчик. Ладно, не будем его добывать. Тем более, что его у меня много. А, что у нас? 40 градусов уже сразу же. Сразу же, нифига себе. А какие мне здесь шмотки надо носить? Так, а что у меня... А, ну вот. Ну, тоже нормас. Так, а какие мне шмотки надо носить? Тогда, наверное, мне здесь нужно именно что не шмотки носить, а... водичку пить. Где? Во. Где бурдюк? Вот он, твою мать, бурдюк. Давай сделаем так. И, допустим... Хоп, и холоднее стало. Отлично. Да, что-то я не додумался пополниться. Но давай сначала хотя бы добежим до обелиска. Обелиск у меня где-то, судя по карте, где-то вот здесь находится. Ага, показываю я такой. В общем, где-то недалеко. Кузнец, летящик. Че я думал, что они здесь агрессивные? Здесь, походу, дело как в деревне. Не все агрессивные, но есть агрессивные. Лучник и лучник третий. Кто конкретно агрессивный, да черт его знает, да? То есть... Ага, ну вот, к примеру, агрессивный, да? Боец! 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 А ты у нас... лучник третий. Так, ну от лучника надо сразу избавляться. Ну и он нафиг. Да-да-да, вот с твоими кинжалами сразу иди нафиг. Просто в хлам раскрошил. Ну ладно, у меня там ХП уже было, проблема с ХПшкой. Да. Прикрутить не дают, однако... Но тут проблемка еще была с тем, что пока размахнешься, ты уже огребешься. Так, я предлагаю спуститься вниз к воде, попробовать там набрать воды, потому что она мне точно пригодится. Ну, в смысле, бурдюк набрать водой, попробовать, если здесь все не застывшее. И потом уже подниматься наверх. Что? Не пойду. До воды там мне идти явно очень долго. Кстати, если вы слышите всякие крики, визги и так далее, ну сорян. Время как бы почти 10 часов, а детишки все еще на улице бегают. Но не убивать же их за это. Сам бегал и стерил, когда был мелкий. То-то как бы от этого никуда не деться. Кстати, помню, вот на сервере, когда я играл, пытался здесь бегать, А сейчас не агрится, да? Пытался бегать здесь и всяких летейщиков томить и так далее. Это я прекрасно помню. Ой, да идите в баню, короче, идите нафиг. Во! И опять лучники. Не-не-не, нафиг. Нафиг. Да подожди ты. Так. А, кстати, не факт, что мне как вариант нужно будет. О, какая-то шмотка была. Да ты серьезно? Да ты задолбал!
Тихо, тихо! Вот! В жопу себе ножики свои засунь! Дебил! Кровотечение же пускаешь! Так. Я что-то там... Из оружки какой-то. А, это стрел. Всего лишь навсего были. Так. Долбанное кровотечение. Отвратительно. Но здесь вроде бы тупик. Значит, я не туда пошел. Слушай, а может и не тупик? Здесь вон же проход есть. Так, только что у нас... Цветок золотого лотоса. Интересно. Кстати, вытяжка еще нормально. А вот где серп? Это однозначно нужно. Так, бежим дальше. Вот я по тому мосту сюда заходил, то есть обошел. И сюда наверх поднялся. Знакомые места. Не, не буду ничего добывать. Алхимика я здесь, помнится, пытался найти. Вот, точно. Могу кого сказать. Нет, пытался найти. Именного вроде бы алхимика пытался найти. Летищик, надсмотрщик. Здесь где-то есть поля с травой. И вот там они, этот алхимик тусуется, ну он просто ходит. Если я чего-то не путаю, или с кристаллами, если опять-таки я чего-то не путаю, но тут просто отвратительный. Отвратительная жара. Эколучник. Почитатель, боец. Вот здесь уже статуи идут, и вроде бы случаем здесь не... Это колдуны. Литейщик, колдун. Почитатель, боец. Но это простые, то есть как бы это... О, шаман. А, погоди, погоди, я с тобой сейчас пока побазарю, я сдохну. А, на пятом. Ага. Ага. Давай, давай. Давай, 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 давай. Оп. А, да, и попрощаться. Как вы тут выживаете? Ужас просто. Вот она, статуя. Это случай мне сет. Но мне на это пофигу. Мне пока что экскурсии проводить не нужно. Мне бы выжить. В прямом смысле этого слова. Что-то тут прям очень сильно жарко. Боец, боец. Обсидиан, о, точно, близк. Вот же ж, вспомнил. Сейчас здесь будут агрессивные. Если я не ошибаюсь. Не, вот на вас точно насрать? Да, я правильно помню. Воу, тихо. Отлично. Твою мать! Вот это и бесит больше всего. Кстати, как отличить золотистого от обсидианового? Или золотого, как он там? У него ХП мало. Вот, 153. И оп, золотистый камнерок. Вот так вот и отличить. С него уже добываем. Нормально только золотишки. А у обсидианового просто там 365 что ли ХП. Ну то есть, у него много ХП. А чё у вас так темно? У вас же вулкан. Ой, ужас. И, кстати, да, смотрите-ка, температуру. Там была минус, и вот сейчас только начала подниматься температура. То есть, ночи на вулкане тоже действует фигня с холодом. Хотя не так уж и сильно. Но все равно немножечко температура понижается.
И вот, кстати, то, что я тогда вот там обходил, здесь можно вот так вот подняться наверх. Да ёпрс, это главное, ползти аккуратно. Кстати, шмотки менять, точнее снимать, не проканывает. Что здесь было использовать написано? Я где-то что-то... А, вот что было использовать. Выбрали новый... О, новые доспехи. Добрый вечер. Как же у вас тут темно? Вулкан же вроде бы. И мне кажется, я это говорил, да? Ну, главное расхвестаться с тем, кто тебя когда-то обидел. И это уже хорошо. Кстати, а что-нибудь с него хоть выпало-то что-нибудь? О, кинжалики обсидиановые. Ну, ладно. Ладно, красава. Обсидиановые же это? Да, обсидиановые кинжалы, 27 урона. Так, вот туда, если спускаться вниз, там тоже что-то серьезное, веселое. Уже и не помню, что конкретно, но знаю, что это точно так. Так, давай хилочку. Отлично. Обелиск. Заюзан. Пекало тут, конечно, конкретное. Здесь обязательно нужно использовать хавки на охлаждение. Хавки, питье и куча хилок. Так, агрессивный? Купец. Ах ты скотина, 50 льда, говоришь. Ну вот, кстати, да. О, я куда-то зашел. Дракоша! А я думал, это ты на серверах. Я помню, я сюда заходил, да. Я только думал, что ты на серверах находишься. Это там специально на сервере Дракоша был. Охренеть. Вот так тебе и... В мороз выперли, козлы. Вообще-то холодно. Так, погоди. Давай про... Так, не, погоди. Где готовые? Вот сюда, четверочка. Нельзя, здесь строить нельзя. Да пошли вы в жопу. Так, давай назад. Давай назад, там слишком холодно. Так, это я, получается, откуда? Вот, а, вот отсюда? Вот эта телепортация произошла. Причем даже ничего не говорят. Ты просто и полетел. Так, здесь строить нельзя. Отлично. Не, это не обязательно. Не, можно просто подстилку положить? Нет? Ну и жлобы вы, конечно. 52 градуса. Вот это я поджариваюсь тут конкретно. Вах, вообще, короче, прям слов нету. Ну, если что, мне сюда бежать придется долго и счастливо. Погнали! Ладно, если что, обелиск я посетил. Я хочу посмотреть. Да, это тот самый Дракоша. Я помню, я его пытался с кем-то убить. Ага, вот он. Да нет, ладно тебе. Я что-то очкую тебя пока. Сильный холод. Вот из сильного жары в сильный холод. Это вот прям вообще слов нету. Не-не-не. Да ладно тебе, не, братан, давай. Давай без этого, короче. Я туда, ты обратно, я все, короче. Прикольно. Ну, купец ты, конечно, еще так оздина. Лед говорит, давай за 5 серебряных монет тебе продам. Вот что точно нужно на вулкан носить. Лед. Дебил. А у меня же есть этот самый лед. Ходи, дожри. Нет, давай вот без этого. Хоп. Не-н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 е. Обалдеть. Раньше не мог в инвентарь глянуть, а? Так, ты у нас? Не, ты обсидиановый, ты мне не нужен. Ё-моё, оп. Сколько хилок сожрал просто так, зазря.
Так, ну здесь уже агрессивные идут. Это я точно помню. И что-то мне казалось, здесь раньше именных было побольше. Ну, возможно, спавн такой плохой. Здесь также где-то еще тусуют сундучки. Ага. Отлично, обалдеть, нашел лед. Вот сундучок, да. Ну, пойдет. На халяву, и это хорошо. Проснись, ты обосрался. Тебя было видно. О! Ботинки поломанные. Или я их не надел? Вот козлы, ботинки поломали. Кожи нету. Но что за люди? Заставляют босиком по раскаленной этой... По раскаленным камням ходить. Вообще беспредел. Так, что у нас вообще здесь? Вот там какая-то фигня. Но туда... О, господи, прости. Туда лучше суваться. О, а здесь я могу уже ложить спальничек. Это хорошо. Туда лучше, конечно, суваться более подготовленным, нежели я сейчас. Я вот здесь лутал обсидиан. На сервере, когда тусил. Я лутал здесь обсидиан. Да, я там не додумался пройти чуть подальше вглубь вниз и лутать более адекватно обсидиан. Я прыгал через лаву, я сдыхал на лаве и так далее, и лутал здесь обсидиан. Вот такой я дурачок. Ну как бы я вообще в целом, первый раз меня телепортировали просто на вулкан, такой типа, вот теперь ты здесь. Я, кстати, теперь понял, как меня телепортировали. Это, собственно, вот где обелиск, туда и телепортировало. Вот, поэтому, как бы, ничего удивительного здесь нету. Но то, что я лед нашел у себя в инвентаре, это очень хорошо. Это мне сейчас очень сильно поможет. Прям очень сильно поможет. 41 градус, это уже лучше, чем ничего. Ой, это ж лучницы. Ебелёхонькие. О, кстати, вот и боец. Знаешь, помню, что здесь... Спавнятся такие прям четкие. Четкие, прям самые мощные бойцы. Ну, не знаю, насчет прям совсем уж самые мощные, но да. Здесь, если не ошибаюсь, газ долбит. Но если ходить по тропинкам, то тебе ничего это не светит. Не, вот, как бы все равно, да. Как бы, ну, вы поняли. То есть здесь газ, но. Ну, не газ. Боец. Нет, боец-то мне не нужен. Но мне, если не ошибаюсь, я здесь алхимика находил. О, а здесь могу подстилку ложить. Да ты дурной, что ли? Так, давай, вот давай положим, раз могу ложить ее. Дурак. Дурак. Так. С хилом все нормас. Мне нужно... Да подожди ты. Серп. Вот что мне нужно. Давай попробуем это дело собрать. Я не помню, что это за растение. Так. Кошениль. Слушай, это шляпа. Это какая-то шляпа. Я вот эту фигню с кактуса лутаю. Так. Неужто топором надо лутать? У меня топора-то нету. А есть вот такой. А такой могу сделать. Уже хорошо. Ну, это молот. Это не топор. Стальные дубины. Три штуки уже. Обалдеть. Так. Дерево! Вот. Отвратительно. Короче, это как кактусы. О, погоди. Алхимик, ну я же помню, здесь алхимики тусуются. Только они, ну, как вы понимаете, здесь, если что, могут заспавниться, типа, хорошего, там, именной. Не, ну самое главное-то что? Правильно, я посетил долбанный обелиск. Если что, я телепортнусь к обелиску. То есть мне не нужно будет проходить весь этот путь. Что самое главное. Так, а что? Нифига себе серия.
А на сегодня серия это уже и все. В следующей серии пойдем в джунгли. Да. Там два обелиска. В пустынке вроде бы около дома я обелиск пропустил, когда я мимо пробежался. И по сути вроде бы все. До дома надо идти. До дома. То есть сначала я зайду все-таки домой. А это будет уже за кадром добегу. А потом пойдем в джунгли. В следующей серии. Вот так вот и сказал я. Пойдем все обелиски в одну серию соберем. А в итоге растянулось все на три. Ну не умею я снимать. Так, скомканно и так далее. У меня, как я уже всегда говорил, серии это как нарезки стримов. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.